Давайте как-то резче, что ли, я хуй знает. Чё вы Да там человек это шока. А, все тут. Да? Все примите. Все, полетели. Пульну. Заведу, по идее. Я его лицом поставлю. Поставь ауру на броню. Вы дотягиваетесь за босса? Вряд ли. Мьюки за спиной встаньте. Метка безликого, 5 секунд. Шаман вышел. Так, вози, верни, летаем. Да, я вспомнил. Когда у вас лужа пропадет, не бейте. У тебя прожимка сейчас есть? Да, я кровь отдал. Кстати, все. Ты руну отдал. Сам похилился. Метка безликого 5 секунд. Позивер. Хорош. Так, ну куда ты уже подбегаешь? Да я не знаю, Кинозар ко мне подошел. Бегайте по меткам, блин, они куда-то, блин, ебеня. Я этого помню назвал. Меткого безликого сейчас будет. 2 секунды. Что-то мы хули не дамажим. Тиазар, Тиазар. Язык подал. Тиазар! Блинк нажми. КДДшников. Тити сейчас поставлю босс. Вытягивайтесь. Метка, метка сейчас будет. Лада. Лада, крестик. Ты что, уреза хила, уроги, я так понял, нету, да? Получается так. Получается охуенно. Да? Ну если есть перемаш на всякий случай, а то хилим пиздец как. Так, кровь подал. Метка 5 секунд и враг 5 секунд. Метка шаман, шаман, шаман. Так. Сейчас враг подойдет, напулишь на меня его. Напуливай. Я же говорил, блядь, нажми раскол. Нахуя вы дамажите? Вы что, блядь, омен поставьте, ребята? Токсиген, вышел, 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 токсиген. Кровь подал. Где мы, Лема? Не, РДДшников не хватает. Ладно, фофы. Пойдем восемь тел запинаем. Сорокрылу и разойдемся. Неповиновение. Это слабость смертных. А, тоже
стойте в трусах, бля, поставили вам метку. Специально, чтобы вы там стояли. Нет, вы, блядь, стоите где-то угораз. Кто между меток, кто за метками. Чтоб споров не было, я бы вообще метки не ставил, нахуй. Если не понимаешь, как играть, нахуй, иди нахуй, и все, блядь. Метки ставятся, блядь, я не знаю, для людей каких-то, которые, нахуй, нихуя не понимают. Совсем в детском саду, нахуй. Прыгайте в гигантскую кузню. Как-то надо развиваться, эволюционировать, блядь. Не стоять на месте. Многие в игры заходят просто ради развлечения. Ну да. Повайпать людей, блядь. А не сидеть, потеть. Ну как бы потеть, это понятно, это когда ты не понимаешь нахуй. А когда ты уже поймешь, тактику прочитаешь, ты уже не будешь потеть. Там ничего сложного нету. Выполнять то, что нужно, блядь. Это же не PvP, блядь. Ну, посмотри StarCraft 2, блядь, как там люди играют, нахуй. Они там... Я играл в StarCraft раньше, который в Blizzard. Сколько там? Блядь. 7 щелчков в секунду, нахуй, делают. В секунду, блядь. Вот это пиздец, потеть. Ну, то, что мы делаем, это хуйня. Оксиген, то, что ты бегаешь и бьешь всех на БГ, мне пацаны рассказывают в какой-то миссии. Просто. С которым челом я знаком, которые играют в БГ. Говорят, типа, ДК как ДК, просто бегает, всех пиздит, и все. Это ничего особенного, никакого скилла нету. Знаешь, так по большому счету, и там ничего особенного не сможешь просто показать. Ну, у нас на БГ бегаешь. Кого не посмотри, что ролики в Ютубе, что еще что-то. Все говорят потом, вот, типа, посредственный вар, посредственный рога. Не, есть объективная оценочка у каждого, типа, кто как играет. Вот, типа, я считаю лучшим хэпалом сервера не этого, как его, который играл. Спускаю. А Иван Драхман, да, спускай. По мне нравится Иван Драхман, Данила. Сильный хэпал. А не Ангела. Не надо Гера, за две хуйни переведем. Да, друг и пал, конечно, хорошо хилить. Ну, это полегче, чем с ДЦ, по идее. Ну... Смотря какой ДЦ по факту. ДЦ тоже заебись. Так-то я в 2 хэпала десятку накс захилил. В том мы боссаном 200-м шмоте. Нажимай Геру. На, дамаж, давай, Рога. Егор, если что, подожди, я сейчас зайду на варчика, сходим в контракт. Ух ты, ебать.
Бор, ты здесь? Все, заебись, оставь мне слот, я сейчас Астрокрылову добьем, да вы редукция. ДД танком, ну смотря кого ты хочешь. Ну мне тоже. О, при надевании. Это мне надо.